этот период вообще планируется до осени делать дорогу. И доступна будет для движения только одна полоса. Как справляться будете? Ну, лучше сейчас трудности перенести, чем потом. Сейчас трасса постоянно перегружена, по ней проезжают около 15 тысяч автомобилей в день. Именно поэтому было решено включить объездную в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Потому что не было бы пробок, да, освободить дорогу, чтобы поток и машины, потому что с утра невозможно и, ну, в рабочее время затрудняет движение. Для большой разгрузки, как бы, движения, пробки же, я бы, допустим, сказал, да. Сегодняшняя полоса у нас дорожная составляет 7 метров, мы ее расширим до 14-15 метров, то есть в каждую сторону будет по 2 полосы. Также на всем протяжении будет искусственное освещение. Новые знаки, дорожная разметка, 4 автобусных павильона с заездными карманами и остановками. Расширят участок объездной длиной 4,5 километра. Дорожники перекроют шоссе от Южного тракта до АЗС. Алтайавтодор просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Было и принято решение одну полосу на выезд оставить, так как интенсивность в основном идет из города Барнаула. Также после закрытия дороги в течение нескольких дней будет осуществляться мониторинг интенсивности дорожного движения и будет осуществлена корректировка светофорного регулирования совместно с администрацией города Барнаула. Стоимость работ более 450 миллионов рублей. Половина федеральных средств была выделена дополнительно в этом году. Точные сроки, когда движение по объездной будет полностью открыто, в ведомстве пока не называют. Говорят, планируют завершить к осени. Виктория Лущик, Александр Антропов. День с толком.